Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про допомогу постраждалим від домашнього насильства. В нашій студії керівниця громадської організації «Гендерний клуб Дніпро» Ганна Мягких. Ганна Мягких – керівниця громадської організації «Гендерний клуб Дніпро», тренерка з сексуального виховання дітей і підлітків. Освіта – Харківський університет імені Ярослава Мудрого, кандидатка юридичних наук. Викладає у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ та міському юридичному ліцеї. Одружена, має двох доньок. Улюблена страва – реберця на грилі. Хобі – гра у більярд та верховна їзда. Ганно, рада вас вітати в нашій студії. Здравствуйте, дуже рада вас бачити. Розпочнемо. Саме з 1 серпня розпочався проєкт зі створення онлайн-платформи немонетарної благодійності для постраждалих від домашнього насильства, який саме реалізується вашою громадською організацією «Гендерний клуб Дніпро» в рамках проєкту ініціативи пані Патронеса. Розкажіть детальніше, що вже робиться в рамках цього проєкту, взагалі до чого ви йдете, що буде? Ну, я сразу хочу сказати, що ця ініціатива реалізується в рамках діяльності пані Патронес. Це сеть общественних організацій, общественних активісток і активістів, які підключились к вопросу противодействия домашньому насилию в Дніпрі. Тобто це не тільки ми, це цілий пул, і він розширяється, і це замечательно. Поэтому скільки это вже організацій в цьому в пані Патронесі? 12. Вже 12, я чула, да. Що 7, але ви кажете, розширяється завжди. Подождите, это не только организации, это и отдельных людей. Угу. То есть у нас не фиксируемое какое-то членство, это, ну, например, к нам, мы очень рады, присоединилась адвокатская контора, которая тоже оказывает помощь и поддержку. То есть, звісно, юридичная допомога повинна бути. Да, да, да. То есть это очень разнообразное сотрудничество, нельзя сказать, что это только общественная организация. Расширение идет, это замечательно. Я думаю, сейчас начнется сентябрь, процесс идет, пойдет еще активней. Вот. И уже непосредственно о нашем проекте. Мы очень рады, что его поддержали. Заложено несколько направлений работы. Будет проводиться обучение психологов и обучение социальных работниц, да, тому, как оказывать кризисную поддержку. Это очень важные такие штуки и направления. Вот. Но мне хотелось бы сделать акцент именно на вот платформе, потому что мы очень хотим, чтобы это получилось. Мы благодарны вам за поддержку, что вы даете возможность об этом рассказать. И обращаясь ко всем зрительницам, слушателям, всех приглашаем к сотрудничеству. На самом деле помочь могут все. И мы исходим из того, что когда мы хотим помочь, мы сталкиваемся в жизни с чем? Что у нас мало времени, потому что мы работаем, зарабатываем деньги, мы растим детей, мы помогаем родителям и так далее, масса своих дел, да? И вроде как бы помог бы, но как, когда и как это сделать, правильно? Бегать, искать, кому помогать. Mm-hmm. Второй момент. Когда мы помогаем финансово, есть, я прекрасно понимаю, опасения, что вот отдали куда-то денег, а туда ли они пойдут, не туда ли они пойдут, и правильно. Ну, или, например, даже если они и туда пойдут, насколько эффективно они будут использоваться. И вообще из бюджета оторвать вот кусок денег, как бы, это вопрос. Комусь зручно, комусь так само незручно. Які у вас да. є варіанти, от, у нас предложение следующее. Не монетарная помощь. Мы приглашаем к сотрудничеству и всю громаду Дніпра, и бизнесы, которые есть, малые, средние, любые. Помочь каким образом? Вот что у вас есть, тем помогаете. Если к отдельным гражданам, то это, ну, например, у вас выросли дети, у вас есть в отличном состоянии там коляски, кроватки детские и так далее, и так далее. Ну, вы сами понимаете, да, о чем идет речь. Это все необходимо, естественно. Вы будете иметь возможность это передать. Относительно бизнесов.
у вас есть небольшой бизнес или вы самозанятое лицо, то есть, к примеру, у вас юридическая контора, у вас парикмахерская, у вас маленькое производство продуктов питания, одежды, чего-то еще, совершенно неважно, все что угодно. И наша задача уже состыковать вас. Вы непосредственно будете оказывать помощь пострадавшим. К примеру, парикмахерская готова взять одну или две семьи на обслуживание на несколько месяцев, пока, к сожалению, зачастую это женщины, и практически всегда это женщины с детьми, несколькими детьми. И, соответственно, пока тяжелая ситуация, пока идет помощь с поиском работы, жилья и так далее, ну, нужно, чтобы дети ходили в школу, в детский сад, их нужно постричь. То есть речь не идет о том, что ваяйте там какие-то, не знаю, сложные укладки и так далее. Речь идет о том, чтобы люди могли выглядеть элементарно, в себе уверенно. Себе базовая, да, допомога. Базовая помощь. Это буквально там несколько месяцев вы сопровождаете какую-то семью по мере вашей загруженности и возможности, как бы. И то же самое касается медицинских учреждений, врачей, различных образовательных учреждений. То есть вы набрали, да, частном порядке вы набрали, например, группу там 15 человек, например, на курсы маникюра, да, или стрижек, или там все что угодно. Будем просить, если есть такая возможность, возьмите одну женщину. Почему я говорю именно о профессиях тех, которые можно за небольшой срок достаточно получить в руки удочку? То есть не значить, що ми так, звісно, тих, 5, кому помог... 5 років навчатися, це досить класно, довго. І ми можемо теж старатися з цим допомогти, але потрібно вирішити ситуацію зараз і допомагати, звісно, на майбутнє. Тобто допомогти можна абсолютно всім, і фішка в тому, що ви допомагаєте тим, чим вам удобніше, і ви непосредственно контактуєте з тими, кому ви допомагаєте. В перспективі допомагати вже можна прямо зараз. Есть те, кому нужно помогать. Ближайшие пока пару месяцев это будет в ручном режиме. То есть обращайтесь к нам непосредственно, мы вас будем контактировать. Тобто поки ще онлайн-платформа. Нет, задача проекта. Вона створюється ще. Да. Однак, да, дійсно, да, у вас, да, є база тих, хто вже потребує, да, цієї допомоги, да, да, різної. Да. І, да, то до вас можна звертатися і пропонувати. Да, да, да. База эта ведется, очень много сил, внимания этому уделяет Анна Карпиченкова. Она как бы она душа общественной инициативы пани Патронесса. Над этой платформой работает вся информация, которая поступает, все это аккумулируется, поэтому уже база есть, есть кому помогать. Она постоянно, к сожалению, огромному, расширяется, и это похоже на снежный ком. То есть помогать уже можно сейчас. Платформа, естественно, она в процессе разработки. Наша задача на выходе из проекта, чтобы у нас была эта платформа. То есть пару месяцев она будет создана, потом она будет обкатываться, потому что наверняка будут какие-то пожелания. Чего найбільше потребують от саме зараз жінки, які постраждали від домашнього насильства, які є вже в вашій базі? Смотрите, сейчас, опять-таки, в рамках нашего проекта проводится социологическое исследование, причем не количественное, а качественное, то есть интервью, все как положено, для выявления потребностей и составления чек-листов. Потому что у нас, в принципе, мы с этим работаем, есть уже представление о том, что нужно, но мы хотим исходить не из наших представлений, а чтобы это были социологические данные. Мы конкретные это будем... люди с конкретными... Да, мы будем результаты этого исследования оприлюднювати для того, щоб їм могли пользуватися всі. Задача в кінці – чек-ліст основних запросів, які нужны во всіх случаях. Є завжди особливості, є базові речі. Второй момент. Как показывает практика, есть помощь, которая нужна, это экстренная помощь. То есть первое, это что? Это помощь полиции, это помощь психолога, это поиск места безопасности. Это горловое, то, что сразу нужно. Затем в большинстве случаев нужна медицинская помощь, дальнейшее юридическое, психологическое сопровождение, естественно, материальная поддержка. То есть зачастую это, спасибо тоже коллегам, коллежанкам, благотворительный фонд «Помогаем», да, сейчас вот подключен к этому процессу. Мартин клуб, то есть, ну, в общем, чтобы я там всех не перечислишь, то есть, когда это дети, это памперсы, это еда, это одежда, это все нужно. Есть очень классные случаи, которые очень вдохновляют, когда действительно уже становятся на ноги, сами дальше движутся, просто нужно чуть-чуть дальше там поддержать, но процесс идет и все классно. Есть тяжелые случаи.
очень, с которыми годами нужно работать. И, к сожалению, по-разному. А ви зараз закликаєте навіть бізнесу, чи звертаєтесь до бізнесів, наприклад, самі, от, з проханням, як вони реагують? Готовьтесь, дамы и господа, полгода спокойной жизни не будет. Будем всіх, кого знайдемо. Тобто заплановано у вас півроку на те, щоб налагоджувати зв'язки, да, контакти. Да. Ми к вам йдемо. Побудова мережі бізнес-партнерів. Тобто у вас на онлайн-платформі будуть люди, конкретні люди з їх, наприклад, необхідним, те, що вони потребують. І окремо будуть бізнес-партнери, які можуть надати якусь допомогу. Так. І тобто ви саме будете їх ось таким, так би мовити, зв'язком. Або вони самі можуть допомогти конкретній людині. Або, так би мовити, конкретна людина може звернутися до цього бізнес-партнеру. Поки задумка така, що це буде можливість для бізнесу іскати, будуть дивитися список потребностей, да, і будуть іскати, смотреть, ага, от це нам підходить, ми от це вот будемо делать. З другої сторони, пані патронеси можуть смотреть второй, как бы, условно говоря, список, да, то есть бізнеси, що готові предложить для того, щоб це було максимально ефективно, быстро. Мы в таком формате запустим и дальше посмотрим, будем корректировать, потому что мы прекрасно понимаем, что с первого запуска идеально все как бы не пойдет. Но то, что там будет возможность разместиться самим, со своим предложением, чтобы могли обратиться. Тобто самі бізнеси можуть зареєструватися, да. А самі постраждалі також зможуть зареєструватися. Либо те, хто сопровождає, допомагає, підтримує. Да. Естественно, ми будемо там викладати всіх партнерів, всіх, хто оказує допомогу, щоб це було видно, щоб люди це бачили і були благодарні. Нам дуже потрібно розвивати культуру благотворительності. Які бізнеси вже приєдналися? Не скажу. У нас этап переговоров. У нас этап переговоров, когда мы с удовольствием придем, расскажем, когда у нас будут громкие. Якою командою працюєте над реалізацією саме цього проекту? Смотрите, я работаю, Валерия Репина, Анна Карпиченкова, Людмила Коломоец, Виктория Федотова, Елена Скрягина будет проводить обучение психологов. Еще у нас сейчас в принципе, я перечислила тех, кто принимает непосредственное участие в проекте, работает именно в проекте, но есть целый пул волонтеров, которые как бы волонтерок, которые по мере своих сил и возможностей будут. То есть эти люди не берут на себя обязательства все полгода постоянно работать, но по мере силы и возможностей помогать. Это грантовый проект? Этот проект грантовый, да, мы просили денег. Если можно, дисклеймер полный, озвучьте, пожалуйста, потому что это очень важно. Цей проект реализуется в межах программы ООН из відновлення та розбудови миру. Мы так коротенько. Да. Грантовый, почему? Нам нужны были, у нас в рамках этого гранта свой большой вклад. И по нашей работе, и по помещению. К примеру, в лично моем креативном клубе «Кампус» будут проходить все обучение и психологов, и социальных работников, оказание психологической помощи пострадавшим и так далее. Кстати, это тоже вот пример, чем вы можете помогать. Вот, пожалуйста, немонетарный вклад в эти процессы. Вот. И нам нужны были деньги на онлайн-платформу. На ее разработку, естественно, на это нужны деньги, да, на хостинг и так далее. На дизайн тоже нужны средства. На питание во время обучения, да, по трехдневные модули обучения, питание необходимое и так далее. То есть это не очень большой какой-то огромный грант, но он нам очень интересен. Мы, кстати, очень благодарны нашим партнерам в том, что они очень внимательно отнеслись к проекту. Они, когда мы подавались, дали массу рекомендаций, задали массу вопросов. В проекте происходило вот взаимодействие, и нам сейчас вариант этот нравится даже больше, чем то, с чем мы шли. Поэтому мы в таком приподнятом настроении, как бы очень хотим это сделать. Ви казали про базу ось цих жінок, які постраждали від домашнього насильства. Яка кількість зараз у вас в базах?
саме жінок, які потребують допомоги, які я думаю, що вот этот вопрос для того, смотрите, у всіх в проєкті і в проєкті, і в мережі в свої задачі. Я би хотіла, щоб коли вот піднімається тема именно домашнього насилля, ці питання, я знаю, що ви контактуєте, вот коли Анна Кропиченкова, да, виступає, тому що це буде самая оперативная, точная информация. Потому что вот у меня свои задачи, да, у понянок свои задачи, и эта информация будет более оперативной, более точной. Там меняется все каждый день. Так, зрозуміло. И оно же ведется как? Те, кому, кто обратился, кому оказывается помощь, кто отказался от помощи, некоторые не выдерживают. Когда нужно работать с психологом, это тяжело. И зачастую больно, и нет на это внутреннего ресурса. И есть те, кто передается. Ну да, насильно ты не сможешь допомогти людине, якщо вона не згодна. Есть те, кто уезжает из Дніпра, понимаете? То есть там постоянное вот такое вот движение происходит. Є ті, мабуть, ті, хто вже навчилися, знайшли роботи, знайшли місце проживання і вже... Да, поэтому я не хочу вот в эту часть, как бы, потому что это немножко в рамках цього проєкту буде комплексна допомога всій родині, в тому числі, як ви казали, і дітям, і жінкам. Кстати, мы предлагаем в рамках проекта, вот часто этот вопрос поднимается, что ай, женщинам вы помогаете, мужчинам не помогаем, обращайтесь. К сожалению, патриархальное общество устроено таким образом, что чаще пострадавшие женщины, но действительно пострадавшие мужчины есть. Но опять-таки, патриархальные нормы не дают им возможности об этом открыто говорить, потому что это очень табуировано в обществе. Женщине стыдно сказать о том, что она подвергается насилию, но мужчине сказать, что его изнасиловали или психологическое насилие оказывали, или еще другие виды насилия, это вообще очень трудно переступить. Я очень надеюсь, что мы выйдем на то, что будут обращения от мужчин. Очень. Кстати, мы готовы предоставить как минимум психологическое сопровождение мужчинам, пострадавшим от насилия. Пожалуйста, это безкоштовно. Давайте Гарантии я никаких не даю. Если в этот момент будет возможности у наших психологов, волонтеров, если возьмутся, но обращайтесь. Пока что нам удается закрывать потребности в психологической помощи. Чем дальше, тем больше, но опять-таки мы же привлекаем новых психологов. Так, вот я саме про це зараз хочу поговорити. Работа ви зараз розширяєте мережу психологів-волонтерів. Розкажіть детальніше про це. Еще, если можно, реплика. Опять-таки мы готовы оказать помощь, поработать с агрессорами. Если вот есть... Тобто це комплексна допомога і постраждалому, і агресору. Да, да, потому это же замкнутый круг. Пока мы, да, конечно, я понимаю аргументы тех, кто говорит, у нас тут нет ресурсов на то, чтобы помочь пострадавшим, куда же заниматься агрессорами. Абсолютно согласна, потому что в первую очередь бросаемся помочь тем, кто страдает. Но с другой стороны, если мы не будем работать с агрессорами, это ж тупик. Ну, хорошо, мы вырвали там женщину с детьми, да, из одних вот таких вот отношений. А этот же агрессор создаст новое, и ситуация как бы повторится и так далее. Поэтому... И вы, вот, как специалист, скажите, насколько дієво от саме работа ось так комплексно с родиной, например, який є агрессор, який є постраждалий? Якщо, ну, конечно, когда все готовы работа, и понимают, то это наиболее эффективный случай. Но, понимаете, задача психолога в такой ситуации, вот часто люди ошибаются и думают, что задача сохранить семью. Нет. Задача – это здоровая психика партнера, партнерки и детей. И если для их здоровья лучше, чтобы они жили отдельно, ну вот это победа. Люди пришли к пониманию того, что им нужно разойтись. И да будет всем счастье, как говорится. Ну, конечно, вы поймите, люди, когда попадают в такие отношения созависимые, да, не просто так, и когда они разбираются с этими проблемами, они в конечном итоге смотрят друг на друга совершенно другими глазами. Это уже другие люди. И далеко не факт, что им хорошо и нужно быть вместе. Но зато есть шанс получить двух психически здоровых людей, которые создадут здоровые отношения. А может быть, гораздо больше. Чи діти? Діти.
А извините, а мы как все, мы живем в обществе, это наши соседи, это наши сослуживцы на работе, это люди, с которыми мы едем в маршрутке, вы видите эти ролики, что у нас творится, да, это ж не от хорошей жизни, да, это насильники, да, наказывать нужно, но нужно понимать, что люди не просто так творят насилие. Щодо психологів, психологинь, волонтерок, яких ви зараз розшукуєте, для того, щоб, я так розумію, це розширити мережу і додати до цієї онлайн-платформи. Кого саме шукаєте? Всі приходіть. Всім знайдеться чим зайнятися. Де і як вас знайти, розкажіть. Як нас? Через вас. Так, я буду очень благодарна, если вы будете передавать контакты, обращайтесь, телефон, Facebook, Instagram, Telegram, Viber. Давайте наголосимо щодо Facebook-сторінки «Гендерний клуб Дніпро», вона так і називається. Да, «Гендерний клуб Дніпро», пожалуйста, все время нас можна знайти, на связи постоянно отвечаем, сразу же искать несложно. Я знаю, що гендерний клуб Дніпро займається також іншими проєктами, наприклад, допомогою дітям і, наприклад, тренінгами для дітей про статтєве виховання. Розкажіть детальніше, що ще у вас є. І вот я так розумію, сейчас настолько я в этом проекте, да, что я сразу все не вспомню. Да, мы проводим тренинги по сексуальному образованию, волонтерские, а в том числе сейчас мы хотели бы сделать их, то есть для тех, кто не может вообще оплачивать, мы готовы их проводить на волонтерских основах, скажем так, помещение есть, тренера есть, оборудование есть, все есть. Но нам хотелось бы уже немножко другим путем идти, чтобы все, у кого есть возможность, хотя бы частично это оплачивали. Тогда есть возможность, например, те, кто может, немножко заплатили, да, у нас уже есть возможность детям сделать кава-брейк, потому что это подростки, им нужно, ну, что-нибудь прикольное, интересное и так далее. Неформальное общение, конечно. Поэтому тоже обращайтесь. По мере формирования групп мы будем проводить это обучение, и я уверена, что к нему подключится, ведь не только я этим занимаюсь, и не столько я этим занимаюсь. Есть Ирина Кобзева, которая у нас как бы такая, она в фарватере, не в фарватере, прошу прощения, наоборот, она вот, ну, в общем, впереди планеты всей у нас по этой теме в Днепре, она огромную работу проделает, большая умница, и она тоже готова работать в этом направлении дальше. Поэтому, опять-таки, гендерный клуб Днепр, Ильяна Мягких, Facebook, пишите. Вас это интересует, мы вносим в базу, есть возможность подключать. Кроме того, на осень, опять-таки, мы приглашаем и в группы психологические, и в группы по физической подготовке, то есть самбо для женщин, пожалуйста, с нетерпением ждем, готовы со второй, по плану, со второй половины сентября месяца. Приходите, будет, как всегда, ефективно, на уровне и классно. Щодо самбо для жінок, для кого саме? Для яких? Для любых, для всех. Приходите, мы в этот раз будем брать всех, потому что любой возраст, любое состояние здоровья, вообще без никаких ограничений, абсолютно, ничего этого нет, ни медицинских каких-то показаний, просто высокое давление, ради бога, не будете кувыркаться. Что дают эти занятия? Уверенность в себе и спокойствие, гармония, ощущение своего тела. Поверьте, когда вы в таком состоянии, с вами никаких ЧП ни на улице, ни дома не случится. Потому что, когда человек уверен в себе, никто, прямо скажем, неблагополучный, агрессивно настроенный к такому человеку не пристает и не цепляется. Вы будете спокойны везде, на улице, на работе, дома, абсолютно. Это настолько классно, оно на себе проверило, просто, ну, вы також, такая також возможность. Вы також прошли цей курс? Да, 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 это было просто замечательно. Я такие изменения в себе заметила, я никогда не ожидала, что так может быть. Замечательно. Хотя я человек абсолютно как бы не спортивный, то есть сказать, что просто я вот балдею, там вот физических нагрузок нет, мне где-то не нравилось, мне где-то не хотелось идти, но потихонечку, потихонечку это такая. Тобто, от саме зараз ви маєте кілька інструментів, які ви можете застосувати на вулиці, якщо хтось... Звісно. Інструменти всі підручні. Саме головне, чому учить тренер, це як избегать подобних ситуацій. Но при этом избегать, не находясь в постоянном напряжении, отслеживании, что где, наоборот, нет, но выстраивать
себя таким образом, чтобы не попадать в такие ситуации. Если попадать, то приоритет – это жизнь. То есть не пытайтесь спасать телефоны, сумочки, машины и все остальное и так далее. Все бросаем. Вот то есть раньше меня это возмущало. Вот. Но когда я к этой мысли привыкла, оно как-то вроде бы и хорошо. И главная уверенность в том, что не молчать, кричать, бежать. В общем, советов масса, и на самом деле можно вывернуться практически из любой ситуации. Несмотря на то, что даже, конечно, там, если вы физически там, меньше, ниже ростом, по весу и так далее, просто нужно знать нюансы. Потому что, ну, конечно, рукопашная с человеком, который там на 30 килограмм больше, это проблемное как бы дело. Ви напередодні торкнулися, напередодні нашої розмови, також торкнулися такої теми, вона, мабуть, глобальна, але трошки можемо за неї поговорити, як насилля над жінками або чоловіками від їх дітей, над дорослими жінками, чоловіками. Я думаю, що просто це ні для кого не новость. Просто мы живем в беготне и стараемся этого не замечать, потому что, естественно, наша психика блокирует все неприятное, как бы, да, в обычном своем состоянии. На самом деле этого очень много, к сожалению. И насилие относительно пожилых родителей, к сожалению, опять-таки, патриархальное общество устроено таким образом, что мужчины умирают раньше, чем женщины, не биологически ни в коем случае, а вследствие там, неправильного образа жизни и многих-многих других параметров, продолжительность жизни статистически меньше. И чаще в таких ситуациях оказываются, опять-таки, женщины пожилые. Насилие совершают далеко не всегда сыновья, но и дочери, внуки могут быть. Это есть, и это страшно. И вы сказали, что зараз частіше почали звертатись саме до вас з цією проблемою. Да. То можна також таким людям, які... Обращайтесь. Сейчас будет решаться вопрос о том, и сейчас оказывается помощь, поддержка. Но мы, скорее всего, этим направлением будем заниматься как бы, как отдельное направление, которое четко себя проявило, показало. Потому что видят телефон, обращаются. И вот есть такой вопрос. Да. Поэтому не молчите. Обращения идут не только от пострадавших, и не столько от пострадавших. Это и соседи, и родственники, знакомые и так далее. Видите что-то, обращайтесь, тоже будем стараться помочь. Если нет, то куда-то переадресовывать, что-то пытаться с этим делать. В любом случае будет важно, если как минимум уже будет тоже формироваться список и по мере возможности оказываться помощь. И если вы же понимаете, чем больше обращений, чем больше мы будем об этом говорить и показывать, тем быстрее начнутся изменения и в структуре социальных служб, да? Больше шансов на то, что эта помощь Звісно, будет оказываться. Звісно, чем больше люди мовчать, тим меньше суспільство не розуміє, що це є Конечно. Проблема. Конечно. Это, кстати, ну, абсолютно нормально. У каждого из нас есть чем заняться. Ну, мы не можем знать и продумывать за кого-то. Поэтому задача просто сообщить, так сказать, куда нужно и помочь, чем возможно. Так, дякую вам за ваші проекти, Спасибо. За вашу роботу. Бажаю успішної реалізації, щоб ви могли допомогти більшій кількості людей. І вам большое спасибо. Ми теж вважаємо, що ви в проєкті з вашою допомогою. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.